Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Хриплей, первый сер, моник здесь Кирилл Подбуль, не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет очень годная серия, с вас обязательно просто лайки, реально с вас просто лайки, потому что сегодня мы будем покупать новые машины, сегодня мы сделаем реально идеальный автопарк, это последнее, наверное, видео, надеюсь, это будет последнее видео про автопарк, потому что сегодня мы доведем его до идеала, я думаю. На самом деле я еще не решил, какие еще машины купить. Я решил только две какие тачки купить. Нужно еще будет подумать, какие две новые машины купить. Сейчас мы этим и займемся, короче. В общаке у нас лежит 27 миллионов. Кто не в курсе, я продал семейный бизнес за 25 миллионов. Поэтому у нас 27 миллионов в общаке лежит. И сейчас мы пойдем будем покупать новые машины. Так, сейчас, конечно, будет полагивание. Сейчас я заспавню весь наш автопарк. Так, зареспавнить все весь транспорт. Все, спавним, короче. Вот наш автопарк. На данный момент это Ламба, два крузака, Мерседес, Майбах. Но сегодня нам нужно продать вот эти две тачки и купить новые. Я решил вместо вот этой Субарики, если что, у меня просто новый модпак стоит. Не полной версии, поэтому ладно. Я думаю, вы это все знаете, короче. Вместо этих Митсуб я хочу купить два Гелика. Сейчас мы этим займемся. Итак, пишем в меню. Управление транспортом, список, Субарики, вот. Нажимаем продать один Субарик. И управление транспортом, список. Ага, дальше идем. Нажимаем далее. Так, еще раз далее нажимаем. И здесь у нас будет Гелик. Я не помню, как он подписан. Mercedes-Benz G500, вот он, да. Покупаем. Вот, появился гелик. Так, управление транспортом. Список. Субара. Продать. Фоменю. Управление транспортом. Список. И покупаем еще один сейчас гелик, короче. Так, гелик. У нас где-то здесь. Вот он. Покупаем. Все, два гелика есть. Теперь нужно купить вместо лансеров что-то. Вот, лансеры два. Один здесь, один за углом стоит. Так, два гелика есть у нас, нам нужно что-то хорошее тоже купить. Так, фоменю. Так, еще 19 миллионов есть, короче. Я не знаю, что взять на самом деле. Надо что-то годное взять еще. Все, я два лансера продал, короче. Так. Фух, теперь сложный выбор на самом деле, что взять. Ламборгини у нас есть, Nissan GT-R можно купить, либо Ferrari. Audi R8, Audi i8. Так, BMW M5 можно купить, две штуки, кстати, можно две купить M5, я думаю, это тоже будет не хреново так, поэтому нужно об этом задуматься, на самом деле. Либо купить Ferrari, ну, либо купить две Ferrari, либо купить две M5, но я думаю, две M5 будет лучше купить, хотя, на самом деле, блин, я вот не знаю, что делать, вот наш автопарк на данный момент. Извиняюсь за подвисание, потому что, блин, много машин, у меня что-то прям провисает FPS. Ну, два гелика у нас есть уже, это хорошо. Но, блин, надо что-то еще купить, прям такое хорошее, дорогое. Чтобы было реально четко, я думаю. Я вот серьезно не знаю, что купить, у нас сколько денег еще остается в общаке. 20 миллионов. Блин, 7,7 это 14 миллионов, и 6 миллионов останется всего лишь. Блин, не знаю, честно, что купить даже. Блин, я думаю, все-таки стоит купить еще 2 М5. Я думаю, мы это и сделаем, в принципе. Так, управление транспортом. Так, управление транспортом, список. Блин, что не черный только, вот мне это интересно. Так. И покупаем еще одну М5. У нас будет 3 М5, ну, потому что они самые быстрые, в принципе. И самые лучшие тачки, поэтому... Покупаем еще одну М5, все. Потратил я обратно, в итоге, сколько я потратил? 10. 20 лямов потратил, ебаный в рот. Вот это жестко, я понимаю, конечно. Ну что ж, пацаны, вот как-то так. Купил я два гелика, две М5, теперь у нас автопарк. Еще дороже, я уже не знаю, сколько лямов, наверное, 60 уже. Вот, давайте вам покажу сейчас список машин. Вот у нас теперь 3 М5, 2 гелика, Ламборгини, 2 крузака, Е63 и Майбах. Я думаю, это достойный автопарк, поэтому с вас обязательно Лукас. А в общаке осталось у нас, сейчас глянем, сколько денег.
меню. Так, стоп, информация. Осталось 10 миллионов, 5 миллионов я отсюда заберу, и 5 миллионов будет лежать, будем искать какой-то семейный бизнес. Ну, на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем пока-пока. I said, man, I'm alright.